Бетон я очень люблю. Так себе. Здравствуйте. Да, мы сегодня очень поздно, и люди что-то не набираются. Давайте к нам присоединяться. Сегодня, как мы и вам обещали, мы покажем вам наш 5-й этаж магазина, где очень-очень большой ассортимент. Привет, привет. Мы очень рады, что вы с нами. Начинаем, и начинаем. С, давай. С полтона начинаем, потом... Супер баталы. Красивый цвет хаки. Есть очень удобный капюшон. Внутри не 100 грамм, а, наверное, больше меха. 500 грамм. 500, да. Смотрите, здесь какой красивый воротник с шалькой. Его можно разложить. И также есть капюшон. Покажи нам спинку. Очень такой вместительный. Вот. Чуть-чуть ниже. Вот так, чтобы видно было капюшончик. В серии у нас сколько? Зайчик или три штучки? Три. Три штучки в серии. Спасибо. Я думаю, скрины все успели сделать. Эта моделька у нас представлена в двух расцветочках. Смотрите, какая прелесть. Вот здесь как раз видно объемный капюшон. Кто мерзнет зимой, вам сюда. Шейка полностью закрыта. Капюшончик съемный, что очень немаловажно. Удобные боковые карманы. Поворачивай спинкой нам теперь эту модельку. Чуть-чуть ниже, чтобы все успели зафиксировать капюшон. Спасибо. Мы ведем наш прямой эфир из города Стамбула. Находимся мы в магазине Darkman, у которого 8 этажей. Сегодня мы вам показываем модели, которые представлены на 5-м этаже нашего магазина. Начали мы с курток. На куртке сейчас действуют скидки. Модные, стильные, удобные. Кто ни разу у нас не заказывал товар, мы работаем только оптом. Чтобы приобрести у нас товар, нужно заказать 5 любых серий. Любых понравившихся вам моделей. Перед этим вы смотрели модельку, которая была с капюшоном. Это тоже с капюшоном. Это было короткий, это чуть-чуть подлиннее. Там капюшон съемный, а здесь нет. Здесь нет. Так. Представлены двухрасцветки. Стиль бог. Обратите внимание, какая красивая вязка по низу. Видно очень хорошо, спасибо. Кто любит цвет хаки, такой ненавязчивый, особенно кто живет в городах, у которых снег и грязь одновременно. Идеальная одежда по цветовой гамме. Спасибо. Также у нас представлены их чуть-чуть вот так. Вот, идеально, молодец. Кто любит курточного плана, у этой фирмы тоже есть модели. Вы сейчас видите самый маленький модель в серии. Здесь 3 штучки. Это где-то на 52 самый маленький. 54, 56 до 58 размера. Спасибо, пошли дальше. Кто хочет быть белым, белоснежным и красивым, тоже есть такие расцветки. Одна с капюшоном, вторая без капюшона. Стоечка воротник. Спасибо, пошли дальше. Размер 44. Размер идет 44 до 50. Изнанки идет топный флис. Пошли дальше. Смотрите, какие красивые у нас накидки. Раз...
разлетайка, она очень хороший такой объем бедра. Кто любит большой, свободный стиль, она подойдет и на небольшие размеры, потому что здесь нет рукавчиков. Смотрите, в форме жилетки, пущенный рукав, очень объемная такая накидка. Наше следующее пальто. Также 3 штучки. Сделано как халат. Тепло, комфортно. Ждем ваших заказов. Спасибо. Ну как же без шубки? Смотрите, какая прелесть. Подойдет к любому элегантному, красивому платью. Мы делаем рекламу нашей продукции для оптовиков и для того, чтобы помочь нашим оптовикам. Просматривая наши эфиры, вы можете сделать скрины, кто не хочет приобретать товар оптом, и сделать заказ в вашем городе, кто продает нашу одежду. А для оптовиков они и так приблизительно знают наши цены, и минимум, и максимум. Но будут знать, что есть в наличии. Сделают скрины, и мы получим завтра заказы. Вот поэтому мы и не говорим цены. Во-первых, это просто физически невозможно запомнить. Если мы 2 часа показываем модели, при этом мне помогает 5 мальчиков, ну, как бы вы должны понять. 6 даже. Меховой воротник, размер 44, 46, 48, 50. Объемная, красивая, модная и стильная. И яркие. По поводу стоимости, пожалуйста, напишите нашим операторам. Они сейчас на связи. Дадут вам более полную информацию. Обратите внимание, у этой модели какие красивые бабочки на рукавах. Кто приобретал эту модель, знает, какая она удобная и ноская. В серии здесь 4 штучки. Внутри она теплая. Напоминаю, мы находимся на 5-м этаже нашего магазина. Вчера кто-то просил показать пальто и куртки. Вот, пожалуйста, специально для вас. Обязательно будем эфир сохранять, девочки. Ага, вот кто-то вчера писал, что это за мех, Наталья. Давайте посмотрим, что это за мех, я сама не знаю. Это барашка? Да, это как барашка. Вкусная барашка. Нет, мягкая, очень приятная к телу, не колется. Такая стильная молния, тракторная. Это мягкие 3 штучки. Что очень удобно. Молния вкусная. Да, я же говорю, тракторная молния, такая красивая, стильно смотрится. Наши модные шубки. У нас в Инстаграм есть она в одетом виде на нашей модели. Смотрите, как она смотрится вживую. Представлена она в 3 расцветочках. Белый, черный и пудра. Такая мягкая, очень-очень приятная. Нет, она не натуральная. Ну, очень хорошенькая. Ну, очень приятная, да, и к телу, и в сочетании, да, искусственный мех. Атласная подкладка, смотрите, у белой леопард, у черной просто черная, а у пудры я не вижу. Тоже леопард, но другого цвета, коричневый такой. Комбинированная меховая куртка. Сейчас очень модный искусственный мех. Внутри у курток есть синтепон. Но, тем не менее, она такая легкая, воздушная. Нет, на куртке барашек не натуральный. Смотрите, какая прекрасная шуба. В этом году очень модно такие бежевые пастельные тона. Вот, такой кофейный цвет насыщенный, красивый. Серый.
Я думаю, видно, хорошо вам цвет такой насыщенный. Кремовый. Ну и черный. Мы ждем ваших заказов. Еще одна наша моделька, смотрите, в темно-синем цвете. Вот, специально для вас. Смотрите, делайте заказы. Дождались, да. Кремовая. Кофе с молоком. И черная. Спасибо. Технические моменты. 4 расцветки. Очень удобный воротник. Смотрите, какой красивый. Кто не любит, чтобы было под горло? Здесь как раз вот свободное горло. Можно украсить шарфиком. Косая такая молния. За счет того, что плащевка по бокам, она очень устраняет силуэт. Молния для красоты. Но она расстегивается, отстегивается. Кто как хочет, тот так и носит. Вещи очень хорошего качества. Можно посмотреть, какой пошив. Делаем скрины. Спасибо. Давайте поддержим наших мальчиков. Им будет очень приятно. Хит модели сезона, девочки, представлено 6 расцветок. Панча. А у панча есть размеры или он стандартный? Есть размеры L, XL и 2XL. Вот, 3 штучки в серии. Капюшон есть, но мы на последней модели покажем, что он очень глубокий. Очень теплые, хорошие. Подкладка есть. Каждый цвет разный, цвет подкладка тоже. Металлический трактор с иммунией. Внизу есть утяжки. Ой, извините. Вот, спасибо. Форма рукавчик. На рукаве и на капюшоне 100 грамм мех. Есть удобные боковые карманы. Низковое движение. Здесь объем бедра довольно-таки большой. Вот это, вы видите сейчас L-ку размер. ДСН у нас, по-моему, на следующем этаже, на 4-м. Это будет завтра, девочки. У нас разные фирмы на разных этажах представлены, и модели не повторяются. Поэтому, кто что-то не посмотрел, можно просмотреть наши модели в записи. Все эфиры мы сохраняем. Да, мех на понче тоже искусственный. Смотрите, какая яркость. Цвет пудры. Вы сейчас поближе мальчик подойдет, вы увидите. Чуть-чуть сюда. Угу. Смотрите, какой красивый цвет. Очень удобный вместительный капюшон. Такие хорошие размеры батальные. Кнопки. Атласная подкладка. Делаем скрины, мы ждем ваших заказов. Вот так, да. Так хорошо видно. Хорошо, что показано два цвета, потому что на черном не видно, что он такое буклированное, а рядом с синим видно. Комбинированная ткань. Искусственный мех. Удобные кнопки, атласная подкладка. Есть немножко синтепона, куртка довольно-таки теплая. Ой, мне очень нравится эта куртка, она есть в баталах и в супербаталах. У нее есть еще пояс.
комбинированная такая ткань. Ось видно, видно. Угу. Такая яркая. Куртка на синтепоне. Спасибо. Я думаю, все успели сделать скрины. Эту фирму, наверное, знают все. У них есть модели и длинные, и короткие. Очень такое красивое сочетание от черного к яркому. Спасибо. Кто любит красный, смотрите, какой насыщенный, он прям такой алый. Это мех сёмные, девочки. А здесь мех натуральный. И сёмные. Кто хотел натуральный мех, пожалуйста. А этот модель, хочу сказать, турецкий 38-й, 40-42 размера идет. Ну, он довольно-таки хороший турецкий 38-й, потому что у меня 38, и я вам скажу, что я в этой куртке утону. Поэтому, скорее всего, здесь не плюс 6, а плюс 8. Спасибо. Скрина не сделали? Конечно. Давай расскажем, где мы находимся. Ты так красиво адрес говоришь. Мы находимся в Стамбуле. А город дальше... Стамбуле, Лалили район, Шайр Хашмет улица, дом 44. İstanbul'dayız. Semt Laleli Şair Haşmet. Sokağı numara 44. Я поняла, спасибо. Вы представляете, наш мальчик до такой степени полюбил наши эфиры, что забыл даже адрес по-турецки. Русифицировался. По-турецки как забыл? Так, ты говорил. По-русски так, раз, Шахир какой-то там 44, а по-русски медленная реакция. Еще одна куртка. Автоледи. Смотрите, какой красивый здесь воротник. Можно под пояс. Спасибо. Вещи, которые у нас сзади. Мы покажем вам чуть-чуть попозже, чтобы не отвлекать наших мальчиков. Смотрите, какое красивое пальто. Здесь капюшон съемный, по-моему. Очень красивый воротник. Абстракционные буковки. Под любой цвет штаны можно одеваться. Там джинсовый, горчица, коралл, красный, розовый. Очень теплые на Сент-Эплуне. Хорошие размера, форма трапеции, обалденные полтишка. Батальных размеров. Модно, стильно. Ой, вы знаете, мы даже 31 числа работаем, потому что у нас нет последнего дня работы. Как я вам говорила ранее, в Турции нет такого огромного праздника, что 2 недели не работает, как в России. У нас выходные 1-2 числа, но в этот раз совпало так, что... Получается, и суббота-воскресенье захватывается. Поэтому мы в четверг отрабатываем и 3 дня дома. Вот и все праздники. А в пятницу будем вас радовать новыми моделями, поздравлять с Новым годом наступившим. Поэтому мы работаем постоянно. Нам без работы скучно. Я люблю свою работу, я приду к ней на субботу, да? Дураки работы любите. Нет, ну нельзя так говорить. Я люблю свою работу, например. Обратите внимание, у этого пальто есть две разных длины, укороченная и удлиненная, но ширина бедра здесь в обоих вариантах довольно-таки объемная. Так что, кто рассказывал, что у нас только черные цвета, смотрите, сколько яркости. Можно быть стильными, красивыми. Спасибо.
Еще одно пальто, цвет электрик. Очень модный цвет в этом году. Бомба, мой. Нельзя. Шикарное пальто. Вы знаете, даже на самом большом размере он не увеличивает силуэт, наоборот, стройнит. Мы перемерили очень много. У нас были клиенты, которые покупали вещи, примеряя на себя, да. И вещи прям очень стройнят у этой фирмы. Одна и та же модель, единственное, что подкладка разная, поэтому по-разному смотрится. В серии у нас здесь 4 штучки. Батальные размеры. Вот представлен самый маленький размер, как вы видите. 44-50, это до 56-58 размера. Что очень удобно, обратите внимание, планка, молния потайная, двойная защита, а молния внутри железная, не пластмассовая, она очень легко расстегивается. И сейчас очень хорошая цена идет. Да, весь товар практически по скидке. Но для более полной информации, пожалуйста, пишите нашим менеджерам, они вас проконсультируют. Ну как же без черного? Черное всегда актуально. Здесь смотрите, какая сложная молния, она расстегивается по-разному. Можно разложить, сложить воротник и стоечку сделать. Но тут фантазия очень обширная. Переворачивай назад. Вот так шалька, воротничок здесь получается. Спасибо. Все, что вы просматриваете в нашем эфире, можно заказать в любых трех наших магазинах, которые находятся два в Лалале, один в Османбее. Где вам удобнее, там вы можете их заказывать. Единственная просьба для консультации, пожалуйста, пишите нам на номер телефона, который будет указан в шапке профиля, это Darkman Shop, где именно консультации проводим, потому как у многих то карго закрывается. Именно по информационным вопросам пишите, либо звоните нам. Также можете писать в директ. А заказы, куда вам удобно, туда и отправляйте. Спасибо. Наша шикарная модель представлена в 4 расцветках. 5, да, простите, я слепая. А, не во всех есть синий. Серый, такой насыщенный. Он даже не серый, я даже не знаю, как вот визон, наверное. Визон, да? Визон. Это не серый, визон. Полная длина. Черный. Черный классический, он всегда актуальный и модный. В серии у нас 3 штучки. Спасибо. Синий. Ну, он такой цвет дипломат, вот знаете, такой благородный. Он не ядовито-синий, он такой именно благородный цвет. Можно сказать парламент? Можно сказать парламент. Икры. Такой тоже благородный цвет. Вещи идеальные в уходе. Кто ленивый, можно стирать в машинке при 30 градусах. Сразу говорю, ничего не произойдет. Не обязательно сдавать химчистку. Все кнопки пришиты отдельно, то есть они не как клепки, а именно пришиты, то есть регулировать можно объем немножко больше и меньше. Смотрите, здесь какая комбинация идет интересная. Боковой карман и накладной, и к низу она такая расклешенная, именно такие, у кого есть красивые бедра. Не буду сковывать движения, модели очень интересные. Так, чуть-чуть сюда, а то мы тебя больше видим, чем модель. Спасибо. Девочки, поставьте нам лайк, будет так приятно мальчикам нашим. Спасибо. Размеры 44, 46, 48, 50. У некоторых вещей есть еще супербаталы. У этой модели LXL и 2XL. Но я вам хочу сказать, что, наверное, первый 52-54 как минимум, потому что, вот видите, вот это самый маленький размер.
Спасибо, очень приятно. Цвет дипломат. Кофе с молоком. Кнопки, можно поближе, то, что я говорю, они пришиты, то есть вы можете отрегулировать объем. То есть если у вас объем груди поменьше, можно глубже переколоть, а здесь вот меньше регулировать самой. Очень удобный манжетик, фиксирует ручку, то есть ничего не задувает. Ну, естественно, элегантный бежевый цвет, кремовый, вернее, простите, с таким глубоким капюшоном вместительным. Спасибо. Мы находимся на 5-м этаже нашего магазина. Находимся в городе Истамбул, Лалеле район, Шаир Хашмет, улица, дом 44. По-турецки тоже можно сказать? Ну, конечно, только... Давай. Месипаша Махаллеси, Коска Джактеси, Шаир Хашмет Сока, номер 44. А теперь по-курдски, пожалуйста, у нас есть иранцы, клиенты, которые не понимают турецкого, не понимают русского. Пожалуйста. Курдский адрес? По-курдски адрес, скажи, пожалуйста, они не понимают по-русски. Ты не знаешь? Покажем в картинку, короче, скрин пацаны сделали. Ты не знаешь адрес как-то? Да. Серьезно? Не знаю, да, курдский адрес. Вы знаете, нужно по поводу того, какая рука, спрашивать у менеджеров. У них есть возможность замерить вам сантиметром и все это уточнить. И мы вам поможем подобрать, какие модели на полные ручки. Вот ту информацию, как я вам говорила, что вопросы, которые вас лично интересуют по моделям, можно задавать вопросы нашим менеджерам, которые работают на телефоне нашим, вот, менеджер, вот написано, телефоны менеджеров, вот, 42-26 концовка. Либо же написать сюда, пожалуйста, в директ и оставить свой номер телефона, и завтра с утра я с вами свяжусь и полностью дам вам информацию, которая вас интересует. Красота, скрины сделали, пошли дальше. Очень красивая, качественная плащевка. Смотрите, какая утяжка удобная. Спасибо. Переходим к спортивным костюмам. В серии всего лишь две штучки, единичка и двоечка. Он яркий, мягкий и вообще невесомый. Вот честно, прям хочется в него завернуться. Кто приобретал костюмы, повторы делали, потому что, во-первых, они объемные, а во-вторых, в серии всего лишь две штучки, как бы легко продать. В одном размере 2-3 размера даже, даже не 2-3 размера, потому что брюки идут на утяжке, они регулируют. Да, я же сказала, две штучки в серии, поэтому очень выгодно приобрести. Спасибо. Следующий наш спортивный костюм, черный с золотом, тоже две штучки в серии. Абстракционные такие рисунки. На природу, в гости, кто занимается спортом. С другими мне трудно работать с мышцами. Напишите, пожалуйста, мне вот... в аккаунт, я завтра... Напишите свой контактный телефон, я с вами завтра свяжусь, если вас так устроит. Спасибо. Наша адреса. Три магазина, две в Лалеле, одна в Османбей районе. Теперь поближе покажу, где мы находимся, где идет прямой эфир. Это самый верхний, с
вот это средний, второй магазин Лалили. Последний, вот третий, в Османбе наш третий магазин. Адрес. Можете скрин сделать и найти нас. У меня все в порядке с нервами. Идеальное терпение. Вывести из себя невозможно. Можете спрашивать все, что угодно. Ну, кроме личного, конечно. Только по работе. Пишите. Вы можете прописать в любое для вас удобное время вопросы. Начинаем мы работать с 9 часов, иногда с 8:30. Приходя на работу, я просматриваю все запросы, все заявки, все сообщения. Сейчас у нас дополнительно подбирается штат, у нас появились девочки, которые будут более мягко с вами общаться. Мы принимаем все ваши предложения, можно так сказать, и пересматриваем наш подход к работе, стараемся быть более коммуникабельными, поэтому мы рады. Не опубликовывается номер. Хорошо, напишите мне, свяжитесь со мной, пожалуйста. Я вам напишу свой номер телефона, вот именно в директ напишите. Кто у нас Русико? Ему большой привет. Или ей. А, Русико, я поняла, наша девочка. Она у нас на первом этаже, обязательно передадим. Спасибо. У нас очень хорошие продавцы в магазине. У этого костюма также две штучки в серии. Единичка и двоечка. Спасибо. Скрины успели сделать? Кто присоединился к нам позже, то мы эфиры сохраняем. И их можно посмотреть в записи. Смотрите, какая прелесть. Яркая. Смотрите, какие здесь вместить. У кого ножки широкие. Подожди, пока верни назад брючки. Смотрите, какая ширина возле коленка ноги брюк. Прям очень-очень объемные они такие. И к низу, смотрите, плащевка. Бывает проблема, когда брючки, вот, чтобы они не грязнились. Смотрите, какая интересная комбинация. То есть, если длина не позволяет, это фиксируется, и они, вот смотрите, вот так будет, вот так, смотрите, какая прелесть, сейчас я сделаю, вот видите, вот так будет под кроссовки, они зафиксировались и все, то есть они по земле волочиться не будут. Обалденная модель, честно. Еще две штучки в серии, еще там есть Микки Маус, эту верхнюю часть как бомбер можно носить, чуть-чуть ниже опусти, вот так вот, ага, замечательно, какой красивый капюшон, стильно, модно, под лосинки, под кроссовки, вообще супер. Еще один костюмчик, тоже такой яркий. Смотрите, какой красивый накат. Все спрашивают, что такое накат. Это при большой температуре. Подойди сюда, пожалуйста. Идет обработка по ткани. Оно не приклеено. Оно, вот видите, прям вот. Не отпадает, не высыпается ничего. При стирке ничего с ним не случается. Ткань очень мягкая, вискозная. Еще она со стретчем, видите? В серии также всего лишь две штучки, единичка и двоечка. Мы ждем ваших заказов. Давайте поддержим наших мальчиков. Да, держите нас. Спасибо, очень приятно за ваши отзывы. Да, мы стараемся, если честно. Спасибо. Приятно читать приятные отзывы. Также две штучки в серии. Здесь ветровка полностью расстегивается на молнии. Кто не любит бомберы, то эта модель вам точно подойдет. Блузка, тоже две штучки в серии. Покажи нам зайчика. Вот так, две. Были, парман были. О, две штучки. Чуть-чуть ниже руку. Да, две штучки в серии. Смотрите, комбинированная. Простите, я забыла нажать.
Спасибо. Идем дальше. Этот этаж у нас совсем не маленький. Так, дальше у нас идут блузки, не блузки, водолазки, не водолазки, кофточки мягкие. Очень такая мягкая ткань. Две штучки в серии. Спасибо. Кто заснул? Это iPhone 13. Супер, он мне очень нравится. Вертикальная полоска сохраняет яркие цвета и гамма, там оранж, зеленый, горчица, две штучки в линейке, летучка и супер цены со скидками сейчас. Есть наличие, кто успеет, можно заказывать. В серии всего лишь две штучки, единичка и двоечка. Если кто не знает, то мы продаем только оптом. В серии у нас в основном две штучки, единичка и двоечка. Но также есть модели, например, брюки, куртки, у которых есть четыре штучки. Для более полной информации вы должны обратиться к нашим менеджерам. Вот, например, эта модель в серии две штучки, единичка и двоечка. Обратите внимание, что кто хочет не длинную тунику, а именно до пояса. Меня зовут Наталья. Подскажем вам про пальтишко, подскажем. Мальчики, эти пальто у нас... С левой стороны клетка была? Да. Была. Они идут баталы и супербаталы. 44, 46, 48, 50, 56, 58. Самый большой размер. В серии у нас три штучки. Шубки мы показывали. В шубке у нас три штучки. LXL и 2XL. Но L, я вам хочу сказать, где-то 54 размер. Цветная куртка. То пока мне замри, поступь. Опусти, пожалуйста, куртку. То спрашивают уже третий раз, и мне уже неудобно. Верхняя куртка. Вот это? Нет, вверх, вторая. Про шубки я рассказала. Вот эта куртка у нас идет размеры 44-50, 4 штучки серии. Внутри она на меху. И на тонком синтепоне. Ну, могу так сказать, еврозима, либо замечательная весна, вот так. То есть это не еврозима. Минус 10-15. Ну, еврозима. Наша зима. Ну, да, у нас не бывает минус 10, видишь, обратно. Наша зима раз в 10 лет. Сейчас пальто в... Так, пальто в клетку нас интересует. Ты куда ушел? Давай закончим, потому что спрашивают, чтобы уже определиться. Пальто клетка. Размеры? 44-50 это турецкий размер, значит плюс 6. Значит 50-52 самый маленький размер, вот вы его сейчас наблюдаете. В серии 4 штучки, классическое пальто. А ну, иди сюда, Кать, посмотрим. Это весна, это не зима, весна это. Подкладка есть? Есть подкладка, это драповое пальто. Драповое пальто. Оно, видите, двубортное. Получается вот так вот. Карманы обманки. То есть они обманки, обманки карманы. Но пальто нельзя, оно же не будет тебе мешок. Есть карманы, просто перешить. Иди сюда, сейчас шерсть будем смотреть. Да, шерсть есть в составе. Есть. 60% шерсти у него. Все, вешай обратно. Вот давайте договоримся в следующий раз так. Вы его сфотографируете, и потом завтра мне пишите, звоните. Менеджеры будут с вами работать, потому что, может, кому-то не заинтересовало. Завтра я в свой адрес увижу кучу нелестных отзывов, что мы тянем время или еще что-нибудь такое. Договорились? Так, смотрите, какая красивая блузка. Я очень люблю, например, черный цвет. Она у нас до пояса, спущенный рукав. Кто говорил, у нас неудобные вещи, обратите внимание, здесь как раз на полненькую ручку, потому что он не вточной, а спущенный рукав и объемный.
Вот у кого такая пышная грудь, она будет вот по груди красиво, а снизу как будто дорисовывается, сделаем талию, как говорит Шуфри. Вот она будет прям красиво подчеркивать. Спасибо, пошли дальше. В серии две штучки, единичка и двоечка у этой модели. Абстракционные рисунки. Обратите внимание, есть много чего интересного. Да, сочетание по низу красивый такой манжет яркий. Летучая мышь рукав. Три четверти он будет. Это не будет длинный рукав. Как раз кто работает в офисе, очень даже удобно. Стильно, модно и красиво. И в серии две штучки всего лишь. Единичка и двоечка у этой модели. И очень хороший цены. Кто спрашивает, почему вы говорите, что у вас в основном две серии? Потому что наше, именно наше производство, которое фабрика, как называют у нас в магазине, шьет в основном вещи две штучки в серии. Только шерстяные вещи иногда идут три на первом этаже, которые есть. Мы продаем же не только наше производство, потому что магазин 8 этажей, и надо, чтобы был огромный ассортимент. Поэтому у нас есть и ДжНГ, и брюки. А брюк 4 штучки в серии. Как я и говорила ранее, для более полной информации, пожалуйста, пишите нам в директ, и мы будем с радостью вам поможем. Эта моделька удлиненная. Здесь, смотрите, можно с напуском на брюки. Кто любит прикрывать бедрышко, а кто нет, наоборот, поднять вверх, она такая пышная будет, зафиксированная, свободная для движения, где животик и грудь. Спасибо. Плачущая дама. Мягкая, теплая. Вы знаете, издалека кажется, что это ткань байка. На самом деле, что это? А вы знаете, он разный. Эта сторона как холодит, а это как будто тепло. Такая интересная. Вискозная основа. Интересные воротники. В серии две штучки. Единичка и двоечка. Спасибо. Делаем скрины. Ждем ваших заказов. Дама под дождем. Какой красивый зонтик. Смотрите, какие камешки. В серии также две штучки. Летучая мышь рукавчик. О, видите, мальчики мне помогают и подсказывают. Потому что все запомнить, если честно, невозможно. Только... тот, кто находится на этаже, знает полностью и стоимость, и сколько в серии, есть или нет модель. Они нам очень сильно помогают при обработке ваших запросов. Поэтому давайте им поставим сердечки, лайки, им будет очень приятно. Будем им благодарны за их труд. Замерли. Здесь собрано все, что можно было собрать. Вышивка. Классика, вискозная ткань, она немножечко с лайкрой, да, эластан, как называется, тянется по... И тянется, эластан? Эластан, вот, я забыла, как называется. Красивые такие цвета, это не красный, ближе к кирпичному цвету. До середины бедра модель. Мне кажется, будет красиво как с джинсами, так и с юбкой, кто не носит брюки. Так что ждем ваших заказов. Большое спасибо, что вы с нами. Нам очень приятно. Вы знаете, мне нравятся рисунки, которые собирают в себе несколько таких разных вариаций тканей. Во-первых, она более такого спортивного стиля получается. Добрый вечер. И можно скомбинировать с разным низом. От классики до джинсы. Спасибо, идем дальше. Туничка. Здесь тоже комбинированная ткань. Смотрите, как интересно сделано. Серия у нее две штучки. Единичка и двоечка. Пиджак. Жакет. Кто как хочет, так и может называть. Очень выручить такую вот сырую погоду. Не в дождливую, а именно такую прохладную. Она расстегивается, можно носить как ветровку. Кто просил вчера ветровки, на этом этаже тоже есть интересные модели. Обратите внимание, какой карман такой чудесный. Кто захочет яркость, можно в дырочке продеть бантик какой-нибудь яркий, красивый. Ой, моя любимая модель, смотрите, какая кошка. Это у нас модель, имитация жилетки.
имитация двойки, как будто вы одели кофту такую теплую, две нитки, и сверху жилетка. На самом деле это одна вещь. Ой, это что такое? Котопёс. Октопод? Нет, там есть собака, кошка и медуза. И стречист. Ну, я вам хочу сказать, что молодежные всякие такие вот анимационные какие-то рисунки очень в моде. Размеры 36-42 есть. Правда, смотря что, если вам что-то понравилось, отправляйте нам, пожалуйста, скрины, и мы проконсультируем по поводу размерных рядов. У нас же 8 этажей, у нас есть и 36-42, и 42-50, и 52-56, до 72 размера вещи есть. Классическая модель, ничего лишнего, вот честно. Но она такая мягкая, что ее хочется прямо одеть. И в серии тут тоже две штучки. Спасибо. Туника, платье. Кто любит лосины? Вот, пожалуйста. В серии также две штучки, единичка и двоечка. Кому не хватало яркости, по-моему, здесь ее точно предостаточно. Сколько будет еще идти прямой эфир? Мальчики у нас где-то... Ну, час это точно получается? До часа нам осталось 15 минут. И если мы... И еще один час, потому что мы должны закончить весь этаж. Поэтому... Мы с вами надолго. Надоели, что ли? Эфир обязательно будем сохраним. Если нет времени, можно даже... Оставайтесь потом с нами. Посмотреть. Во-первых, эти модели мы еще ни разу не показывали. Будет интересно. Потом проще делать заказ. Еще раз спокойно просмотрел то, что понравилось. Сделали фотографии, отправили нам на заявочку, и мы поможем вам собрать ваш заказ. Тем более, это все есть в наличии, что очень хорошо. Туфли с кошком. Ой, я так люблю кошек. Они такие модные в этом году. А я туфли люблю. Ой, у меня кошка такого цвета дома. 100 грамм мех на кошке. Спасибо. На здоровье носит. Мы находимся в городе Стамбуле. Это для тех, кто к нам только присоединился. Ой, подождите, потом про Стамбул расскажу. Смотрите, какая модель. Здесь вот, ну, во-первых, цвет такой красивый. А смотрите, какой красивый, объемное бедро. Есть еще и карманы у этой туники. Это единичка всего лишь размер. Смотрите, какая прелесть. Цвет такой вот насыщенный зеленый. Он очень красивый, я очень люблю такой цвет. Смотрите, какая прелесть. Спасибо. Рассказываю про Стамбул. Трансляцию мы ведем из магазина Darkman, который является производителем женской одежды больших размеров. В нашем магазине представлены норма, баталы, супер баталы. Очень удобные серии. И чтобы... оверсайз. А, да, еще у нас оверсайз есть. Да, я забыла. Забыла что сказать? Нет, про оверсайз забыла сказать. Девочки, у нас очень большой ассортимент. Есть норма, это норма, мы читаемся для вас маленький размер, 36 от 44 и выше. 80% идет у нас средний батал и супер батал. 50 и выше, до 70, до 80 размера есть у нас. Еще одна туничка. Тоже две штучки в серии. Которые по толстой колготке, высокие сапожки и... Плотные колготки, огонь. Ажурные. Нет, холодно, холодно. Ажурно. А, холодно, да? На машине можно проехать. Шерстяные надо одевать. А в вашем понимании норма это 36-42? Или норма, которая идет от 48 размера? Понравились вам модели? Скрин сделайте, посылайте нам и продолжаем ваши вопросы. Катон у нас, например, есть, которые вот норма идут, в моем понимании, от 36 размера.
Ну, у них есть тоже, как бы, в их понимании батал, это которые идут 42. Ой, вы знаете, норма российские, как бы, невозможно сказать сейчас что, потому что 36-42, Катон есть, я точно знаю, брюки у нас многие фирмы есть 36-42. Есть кофточки есть, и тунички есть, платья есть, пальтишки есть. Куртки тоже есть 36-42, но я еще раз повторюсь, там 36 не плюс 6, а 36 плюс 8, потому как у меня, наверное, 36-38, я мерила, на меня она большая. Девочки, вы звоните, то, что вам надо, меня идем, короче. Да, пожалуйста, нам прозвоните. Не толстые, красивые, упитанненькие. Или дамы в теле. Нету у нас, все есть. Нет, говорит, толстые. Я говорю, не толстые. Что толстые? Люди толстые, кто? Нет, нету толстые люди. Есть красивые. Есть крупные. Пышечка. Пышная. Пышная краса. Спасибо. Идем дальше. А то мы точно сегодня за 2 часа не справимся. Справимся, потому что есть время. Я очень сильно сомневаюсь. А мне без эфира скучно. У тебя еще есть целый час времени. Не поскучаешь. Кто хочет яркую, можно приобрести в кирпичном цвете. Смотрите, какая шикарная блузка. Блузка-блузка. Переворачивай на ту сторону. Здесь спущенный рукав. Еще он сделан наподобие летучей мыши. Но как-то так интересно. То есть ширина, смотрите, какая. В серии также 2 штучки. Единичка и двоечка. Рубашка. Платье халатного плана, можно так сказать. Платье-халат. Стильно, модно. Его можно как на скидку под лосины и под футболочку носить. А можно так носить под лосины. Кому как нравится. Впереди чуть-чуть короче, чем сзади. Симметрия идет линия. Полностью расстегивается с пуговками. Где-то есть плащевочный тафта, как у воротнике ткань. Такие осенние штапели идет, теплые чуть-чуть. Спасибо. Но очень легкая. Вот картон с эластаном. Туничка, рубашка. Можно как короткие платья. И в мир, и в пир, короче. И в добрые люди. И на работе. Что более вероятно. Потому что мир в этом году не предвиден. Пира тоже у нас запретили. Написали, пожалуйста, ограничивайте посещение друзей. Такие золотистые накаты идет. Да, красивая рубашка. Очень да, рубашка-туника. Ее можно даже летом как тоненький такой пиджачок носить. Эту тоже точно так же, смотрите. Красотуля. И очень удобные у этих моделей размерный ряд. Тоже 2 штучки, единичка и двоечка. И Пикассо. Вон она вам размер. Видите? Стрижка. Туника. Смотрите, какая красивая. Ярым бардак, вы знаете, есть вещи, за которые просто даже ничего и говорить не нужно. Здесь и белое, и черное есть. И хотя многие рассказывают, ой, много черного. Вы знаете, что 90% наших покупателей в конечном итоге, когда отбирают вещи, больше все равно черного покупают. Яркость, конечно, нужна для витрины, для тех, кто... Есть люди, которые всегда яркие. Но 90% наших потребителей все равно покупают черный цвет.
Это красивая, очень красивая, и вы знаете, для очень-очень широкого бедра. Посмотрите, здесь вот, наверное, в объеме, ну, 150 точно есть у единички. Такое оно мини-короткое платье и в то же время может быть туничкой. Туника. Классика, ничего лишнего. Она, вы знаете, может как жакет носиться, потому что, ну, под водолазку. Здесь 3/4 рукав. В общем, у нас вещи есть на любой вкус. Это. Вот вам платье покажем. Так, офисчик, можно как нарядка. Кто вот хотел бархат, пожалуйста. Спинка вот такие маленькие каплики, растягиваются с одним пуговками. Само платье идет бархат, добавили шифон, сетка, кусочки будут секси. Очень красивые рукава здесь, да. Шифон. Кантовочка тоже бархат, очень стильный, элегантный, богаче выглядит, обалденный модель. Лева сейчас очень хорошие ценами, серые удобные, 2 штучки всего лишь. Зайчик. Спасибо. Идем дальше. Ой, вы знаете, эту модель у нас, наверное, знают все. Во-первых, она идет рваный такой низ. По бокам она длиннее, а спереди она короче. Вот. Сзади она такая велюровая, забыла название ткани, вообще позорище. Велюровая, спереди, смотрите, опять-таки накаты. Очень красивый рисунок с мехом. А, они вот так, наверное, виднее, да? Вот так, смотрите. Камешки есть. В серии тоже 2 штучки, единичка и двоечка. Еще одно нарядное платье. Такие сеточка рукава, придобавили такие серебро. Жемчуг. В серии тоже 2 штучки, единичка и двоечка. Шифон, воротник. Но он такая комбинированная. Там бархат. Шифон и бархат. Собрано 2 вида тканей. Красивое сочетание. Вроде бы ничего лишнего. Не кричащее. Подкладка там атласная есть. Видно, да? Да, все видно, спасибо. Смотрите, какой красивый цвет хамелеона. Здесь сзади обычный черный бархат, а спереди прям переливается цветами всякими. Вот иди сюда, пожалуйста. Напыление, смотрите, какое интересное. Вот оно вот прям всеми цветами радуги. То есть, смотря как, какая у вас будет обувь или какие будут аксессуары, прям вот цвет одежды будет, вернее, одежда будет принимать его цвет. Смотрите, как интересно переливается, прям всеми цветами радуги. В серии также 2 штучки, единичка и двоечка. На такое хорошее объемное бедро. Спасибо. Это последняя туника. У меня вчера, нет, позавчера спрашивали, что-нибудь открытое. Вот смотрите, здесь оно и открытое, и закрытое. Такая красивая, шикарная. Под лосины будет очень-очень элегантно. Сейчас мы с вами попрощаемся на этой модели. Ты так замри. Вот, будут делать скрины. И встретимся с вами через буквально 10 минуток, потому что вот первый час у нас закончился. Спасибо. Добрый вечер. Добрый вечер. Присоединяйтесь к нам. Привет снова. Привет, я рада тебя видеть. Пока у нас... О, первый подписчик появился. Я видел же. А, ты видел, да? Это хорошо. Здравствуйте. Какая красивая рукавчик такая. Ух ты. Форма трапеции. Бархат с ажурным рукавчиком, плечо, спина. У нас нет звука? Маленькие каплики. Есть звук? Ответьте, пожалуйста, пропишите нам, пожалуйста. Звук есть? Здравствуйте. Есть звук? Слышно, видно, все четко.
Добрый. Привет. Скажите нам, слышно или нет? Спасибо. Смотрите, какое элегантное платье, прям элегантное. Такое комбинированное, смотрите. Шифоновые вставки на рукавах и такой же интересный шарфик на шифоне. Вообще очень такое стильное платье. И в серии всего лишь две штучки. Единичка и двоечка. Платье в пол. Смотрите, здесь кто спрашивал по поводу рукавчиков. Смотрите, у нас даже вшитый рукав на хорошую такую полную ручку. Особенно вещи, которые сделаны из вискозы, они прям по ручке струятся, прям обволакивают. Поэтому, так как фирма давно-давно производит одежду, женскую одежду больших размеров, то лекала уже проверенные. Они соответствуют объемам, размерам. Шифоновое элегантное черное платье, украшенное пайетками. Ну, либо слишком сексуальное платье, либо красивая туника. Как назовете, решайте сами. Еще оно это двойка. То есть, смотрите, под низом такой блузон из вискозы и рукава получается шифоновый, а сверху шифоновая накидка. Но она такая струящаяся, что ну очень-очень стильно. Экстравагантная блузка. Оторочена она бархатом по груди, по низу и на рукавах. Красивое такое сочетание, смотрите. Двоечка. То есть есть базовая вискозная основа. Ну, а кто хочет похвастаться красивым бельем, можно и так носить. Спасибо. Элегантный такой костюм двойка. Основа здесь вискозное платье, но рукава здесь шифоновые, украшенные, смотрите, такими же красивыми стразами, как и окантовочка на верхней части туники. А здесь, смотрите, какой рукав сделан интересный. То есть рукав такой струящийся, внизу он закрепленный. Очень стильно, элегантно. Под туфли лодочку вообще будет самое оно. Ой, любимые бабочки и горошки. И смотрите, всего много. Смотрите, какая прелесть. Атласная оторочка воротника и верхней туники. Базовая кофточка. Она получается рукавчик у нее и основа. Ну, майки имеют. Ну, майка ну, это рукава, майка. Ну, хорошо, майка рукава. Говорит, плюс рукава. Артист. Тоненький лампочки. Топик. Вот топик. Или майка, как ты говоришь, только на тонких бретельках. Еще один раз использована у нас, смотрите, наша ткань хамелеон. Две штучки в серии. Обязательно в конце эфира мы покажем вам новые модели, которые поступили от фабрики. Модель представлена в двух цветах. И сюрприз. Три. Хаки. И в серии две штучки всего лишь. Вы знаете, модель с горохами никогда, наверное, из моды не выйдет. А еще сейчас плащевка в моде. Смотрите, как интересно сделан низ. Какое эффектное сочетание. Вроде бы все такое скромное и простое, и в то же время, как элегантно смотрится модель. Для любителей только постирать и сразу одеть, эта модель вам.
Двунитка никогда не мнется, а плащевка также. Постирал на плечики, высохла, можно одеть и пойти, да. Форма трапеции яркая, необычная такая красота. Большие размеры, удобные серии, две штучки, очень хорошие ценами. Для вас секрет сделайте, отправляйте, заказывайте. Горошек и полоска, только говорила, что они из моды никогда не выйдут. Также в серии две штучки, единичка и двоечка. Мы проводим нашу прямую трансляцию из города Стамбул. Магазин наш называется Darkman. Darkman — производитель женской одежды больших размеров, более 40 лет на рынке. Нашу продукцию покупают во многие страны. В розницу мы не торгуем, мы продаем только оптом. Находимся в городе Стамбул, Шаир Хашмет, улица, дом 44. Ждем ваших заказов. У нас фабрика, свое производство. Также в Лалыле у нас есть два магазина. Один магазин в Османбее. Я пока здесь рассказываю, а вы делаете скрины. Также у нас есть два отеля в Лалыле. Кто приезжает, может у нас остановиться. Очень хорошее, удобное размещение. Мы гости любим. Очень. Мы рад вас видеть. Отель у нас люкс-класса. Присвоено 5 звезд. Новая удобная мебель. Такое хорошее размещение. В нашем бутик-отеле очень красивые балконы. Кто хочет более полную информацию, пишите нам. Можно посмотреть информацию на сайте. Выложим наш видео про отели. Экстравагантное туника-платье халатного типа. Прям вот очень шикарное. Также может быть летом служить плащом. Двоечка. Базовое платье, сверху жилетка. Ты так быстро крутишь, не успевают люди скрины сделать. Вот я же. Замерли, а тебе перед замерли. Очень красиво, стильно и модно. Карман для денег, да? Для помады. Капюшон есть? Это имитация, нет, это имитация двойки или двойка? Это кардиганчик, имитация двойки. Ага. Это имитация двойки. Вы знаете, издалека смотрится, как будто это двойка. Это имитация. Смотрите, какие красивые защипы сделаны в форме бочонка. А сзади для бедра есть такая складочка. Еще пока утяжечка. Вообще модель очень красивая, необычная. Жилетка не жилетка, туника не туника. Ну что-то такое объемное, обширное. Кто хочет спрятаться, одел лосину, то накидку и вперед. Базовое платье, такие внизу воланчики, длинный рукав, ташной, две штучки в линейке, большие размерчики, три пуговка впереди расстегивается с карманом. И такая же ткань, есть еще одна, по чуть-чуть короче, платье со стразом. Вот такая. Крылышко есть. Имитация двойка. Да, здравствуйте, у нас есть классические модели. Вы можете просмотреть наши эфиры в записи и что-нибудь для себя найти. На этом этаже нет классики, честно вам скажу. Платье тоненькое. Да, очень красивая клетка. Ух ты, какой сексуальный разрез. У многих наших моделей есть карманы, что очень удобно для спортивного стиля. В серии всего лишь две штучки. Ой, смотрите, какая шикарная осень прям, или весна, листики прям вот. А подожди секундочку.
Покажи ручку. Вот спрашивайте. Смотрите, у спущенных рукавов, нет, вот сюда, видите? Объем руки очень-очень удобный. Вот смотрите сюда, видите? То есть у нас хорошие размеры. За это платье можно ничего не говорить. Вы знаете, у нас, да, они, во-первых, их всего лишь две штучки в серии, единичка и двоечка. Во-вторых, они до такой степени яркие, но так странят фигуру, и оно такое теплое, прям в него, его прям хочется одеть и завернуться в него. Туфли она неправильно одела. Одна красная, вторая электрик. Ну, ткань просто очень такая вот мягкая, приятная. Из этого же стиля, этой ткани, этой же ткани платья, их у нас было очень много, сейчас не так много, но вот качество такое очень-очень теплое и в то же время воздушное. Еще одно платье. Верите, если бы вот так смотреть, оно вроде бы обыкновенное, но как оно красиво смотрится одетым. Баллон. Вау! Ну, честно, баллон. Он такой прям вот... И здесь есть карманы боковые. И ничего лишнего. А кто хочет подчеркнуть вырез груди, смотрите, он такой косой. Очень интересно. Халат из этой же ткани. Халат. Мы сделали скрины. Ждем дальше модели. О, это моя любимая модель. Девки идут на дискотеку. Нет, они уже вернутся. Вернулись, да? Ну да, по форме ног точно. Про эту ткань я вам рассказывала. Они... У нас очень много платьев, до такой степени тонкое, но в то же время такое теплое, вот прям вот хочется такое одеть, честно. Бабочки. Именно на этом этаже я знаю, как сидит каждая модель. У меня была подруга, приезжала за товаром, и мы перемерили весь этаж. Девочки, немножко спешим, поэтому очень много есть вещи, которые вам надо показывать. Поэтому, если не успеете скрины сделать, можете еще раз посмотреть. Обязательно сохраним эфир и сделать скрин. Что это за ткань? Издалека как будто это такая вязка. На самом деле это... Нет, это не вязка, это как рубчик ткань. Смотрите, видите? Вот. Как называется это? В серии две штучки, единичка и двоечка. Про ткань спросите завтра у операторов и менеджеров. Пускай они узнают. Ничего лишнего. Платье туника. Коленки закрывает, боковые карманы есть. Это микровельвет. Картон. Микровельвет. О, узнали, какая ткань. Микровельвет. Прозрение. Теперь будем знать. Есть еще укороченные платья из этой ткани. Ну вот, напоминаю вам, это единичка. Смотрите, какой объем бедра. Вот, стой, смотрите. Вот. Трапеция. Да, трапеция, но вот смотри, какое бедро. Здесь минимум 1.5 метра есть в объеме. Это 100%. Тепло, стильно, модно. Большие размеры, хорошие с ценами. Есть скидки, которые действуют. В год один раз такие шансы. В нашем магазине такого заказать. Не бывает, что сегодня скидка, а завтра она закончилась. Может закончиться только модель, потому как скоро у нас будет летний сезон. Черное с красным сочетанием всегда было модно, стильно. У этой модели тоже две штучки в серии, единичка и двоечка. Объемная туника, теплая, две нитки ткань. Халат. Кстати, эта модель делается с утяжкой. То есть, кто любит такие балахонистого вида вещи, вот, она вот и на норму пойдет. Замри.
А ты самые красивые модели себе выбираешь? Нет, я под очередь. 100% выбирает, честно говорю. Какой хитрый. Смотрите, что у него вечно что-то интересное. Тут на спине бантики, тут что нет? Ты меня обманываешь. Я тебя? Это ты раз, смотрите, говорит, и тут красота. У меня шанс есть, девочка, очень хорошая. Конечно. Пошел, полазил по вешалкам, выбрал себе самое красивое. Вот, посмотри сейчас. Все красиво. По очереди возьмем. Нет, а у него вечно сюрприз. Поворачивай, и сзади что-то есть. Не обратила внимания? Он с сюрпризом. Так, смотрите, какой красивый кардиган. Здесь вот выемка для руки. Поверни еще раз, пожалуйста. Вот здесь, вот, смотрите, выемка для руки. Вот она, видите, что будет необычно смотреться. Очень так стильно. Магазин Darkman даже при нынешнем кризисе использует только качественные ткани. Очень хорошие аксессуары. У нас удобные молнии, они действительно хорошие и рабочие. У нас вискоза высшего качества. Это твой какой? У нас хороший хлопок. Это ткани... двоечка. Спортшик, платье. И жилетка. Вот по очереди меня взят. Видишь, какая красота меня попала. И то опять двойка. И двойка. Вот посмотри, какая красота. Ну так я же говорю, у тебя вечно что-нибудь сюрпризом. Угу. Я сам как сюрприз. Ходячий, это точно. Кто любит накидки? Смотрите, какая прелесть. Еще и не черная, такая... Хорошая расцветка, насыщенная. Спасибо. Две штучки в серии, единичка и двоечка. Не все могут себе позволить одевать короткие вещи. У нас есть красивые платья в пол. Из хорошей, добротной ткани вискоза, которая очень современная. Здесь также есть боковые карманы. Вроде бы ничего такого... лишнего, и в то же время, смотрите, и камешки есть, и сердечки есть. Комбинированная ткань, боковой карман такой интересный, за щипами, длина по полу регулируется, полоска и стразы. Такая яркая, в то же время классическая спортивная вещь. Опять красоту, мне попадает. Как я и говорила, не все могут позволить себе одевать короткие вещи. У нас есть вещи в полную длину, где закрыта рука, нет большого выреза, да. То есть обычная нормальная горловина в пол. Но тоже вещи модные, стильные, современных тканей сделаны. Представлены 5 расцветки, первый цвет такие фисташки. Фисташковый цвет, да. Нет, фисташки на этом, мне это горчица будет. Так, это горчица, ну, давай это еще... лайм будет так-то. Хорошо, договорились. Первый у нас будет фисташки. Фисташка. Горчица. Горчица. Лайм. Лайм. Это что? Это оранж. Это кирпичный цвет. Это кирпичный цвет. Ну, это красиво. Бордо. Но он не все расцветки здесь не ядовитые, приглушенные такие цвета, более классические, они не вызывающие, да, вот они хорошие просто... Хорошие платья, девочки, можно день и ночь одевать, очень красивые. Да. И очень хорошие цены. День и ночь одевать можно, понял? Так. Батальные размеры здесь. Боковые карманы, что очень удобно, ничего сзади лишнего. Единичка и двоечка в серии. Спасибо. Комбинированная джинса, но это такой молодежный стиль. Опять-таки, я вам хочу сказать, что кому хочется одевать полную длину и по каким-то соображениям не одевают... Стой, замри, ну вернись обратно. Смотрите, здесь ничего нет лишнего, но есть и капюшон, есть полная длина, и руки закрыты, и нога полностью закрыта. Антицеллюлит модель. Очень удобно и стильно. Спасибо. Тоже модно, стильно. И смотрите, красивая плащевка по низу. Кстати, кто ходит закрытый, вот, секундочку, в полную длину, эта модель идеальна. Во-первых, здесь плащевка. Плащевка очень удобна в уходе.
стирается, чистится очень даже хорошо. На хорошее бедро оно не будет обтягивать, то есть она такая будет свободная, как балахонистого плана. И есть еще боковые карманы, что тоже немаловажно. Спасибо. И длина рукава полностью закрыта, не 3/4. Модель старше, чем я, ну, я очень редко вижу в магазине, как проходит, так идет. Обалденная модель, сейчас очень хорошие ценами. Есть наличие, ждет вас. Спасибо. На здоровье. Очень красиво. Модно, если мне даже говорить ничего не надо, честно. Всего лишь 2 штучки в серии. Завтра жду ваших заказов, смотрите, какая прелесть. Три самых модных цвета. Черный, белый и красный. По-моему, на эти цвета мода никогда не перестанет быть. Спасибо. Ой. Молния на клетке. Очень красиво. Прям стильно-стильно. Жатка, рубчик, вернее, можно так сказать. Вильбек, будто здоров. Спасибо. С капюшоном и длина такая хорошая. Напоминаю, у наших многих вещей есть очень удобные карманы, а ткань здесь просто замечательная, такая теплая. Тоже спортчек, есть капюшон, есть черным оранжевым, есть оранж с черным, наоборот. Ну, в серии всего лишь 2 штучки, поэтому, приобретая эту модель, можно выбрать себе оба цвета в заказ. Хомут здесь съемный. Тоже 2 штучки в серии, 1 и 2. У нас только опт, у нас нет розницы. Розницу ищите у наших оптовиков в вашем городе. Тепло, стильно, тепло, стильно, модно, карманы, низ. Плащевка очень легкая в уходе будет, эта вещь. Теплый хлопок, внизу трапеции, тоже 2 удобных боковых кармана. Вот вам и не темная, как вы говорите, но и не сильно яркая. Такие спокойные расцветки, очень приятная модель. Спасибо. Представлены 4 расцветки, зеленый, фисташки, кирпич и бордо. Такая, либо мини-платье, либо туника. Ну, мне кажется, при таких размерах люди больше носят такие вещи под лосины, поэтому все-таки это больше туника удлиненная. Ну, такое современное, ну, модное. Колен перекроет, 1.70 рост. Ну, обалденно. Не забывай, у нас не 36 размер, поэтому такие вещи больше носят под лосины. Поэтому под лосины будет очень-очень стильно, потому что однотонная ткань будет руки, очень... Руки тоже можно? Можно. Да, смотрите, какие расцветки красивые, насыщенные прям. Более такой молодежный стиль. Ну, хотя, если честно, мне кажется, нашим всем людям в душе остается 16. Всегда хочется быть и ярким, и модным, и стильным. Спасибо. Орнамент. Вспоминала, как это называется. Аксессуары здесь съемные. В серии также 2 штучки, 1 и 2. Вот этот цвет очень красивый, он такой насыщенный, он не зеленый, такой бутылочный цвет. Карманы удобные есть, что немаловажно. Базовый платок. Вот, кто хотел классику, вот сегодня сговорили, я. Без нашивок, без ничего, вот вам без ничего, классика. Еще боковые карманы удобные есть, и цвета вот, пожалуйста, у нас здесь нет ничего лишнего. Сумка съемная, подарок. С комплектом.
Ну и кто бы что ни говорил, а все равно, когда есть какой-то рисунок, он в платье ярче, насыщеннее. Я не говорю, что не должно быть в гардеробе что-то однотонного, но вещи, которые, смотрите, с чем-то, они все-таки ярче смотрятся, веселее, что ли. Сейчас подарочные цены идут, вообще обалденные. Да, у нас действуют скидки зимнего товара, весеннего товара, количество ограничено. Мы перед этим смотрели блузки, были такого же плана. Теперь смотрите, есть туники, платья. В серии также две штучки, единичка и двоечка. Смотрите, какое красивое яблочко. Модно, стильно и красиво. Ждем ваших заказов. По поводу стоимости, пожалуйста, пишите нам либо в директ, либо на наши телефоны. Но не забываем, что продажа у нас только оптом, розницы у нас нет. По поводу розницы, пожалуйста, обращайтесь в ваши магазины. Можете сделать скрины, и где продается наш товар, вы можете сделать заявку. www.darkmanshop.com, наш интернет-магазин. Что еще у нас есть, расскажи. Телеграм есть, это darkmanshop называется, вайбер есть, одноклассники есть, контакты есть, фейсбук есть, ютуб есть, трое магазинов есть, одна фабрика, две отели есть, все есть у нас. Хороший товар есть, скидка есть. У кого широкие бедра? Эта туничка для вас. Как раз она увеличит силуэт за счет сбоку длиннее есть. Это уже идет три штучки в линейке. И продолжаем то, что будем показывать. Будет три штучки в линейке. Фирма Max Life сейчас в кадре. Эта фирма представляет баталы и супербаталы. У них нет нормы. Перед этим спрашивали. Очень удобный здесь объем руки. Хорошая такая вискоза, добротная. В серии тут всего лишь три штучки. Упало, значит, продастся. Однозначно. Хорошо, хоть ты не свалился. Шухри есть. Вон, слышите звуки падающего оборудования? Это он. Напоминаю, у этой фирмы баталы и супербаталы очень хорошего качества, вискоза. Эту фирму знают практически все, кто раньше работал с нами. Эта фирма и так сама по себе недорогая. Сейчас еще действуют скидки, и я думаю, вас цены порадуют. Делаем заказы, пишем нам. Смотрите, какой объем. То есть видно, да? Вот. Не маленькие. Спасибо. Вот так, смотрите, какая еще одна туничка. У них очень много моделей, где спущенный рукав в основном, либо летучая мышь, потому что рассчитана прям на такое хорошее тело такое, ух. Вот три шипы сюда лезет. Ну не надо рассказывать, сколько туда кого влезет. Для хорошего тела, будет тепло, комфортно и уютно. Антицеллюлит все прикроет. Да, здесь как раз такая хорошая длина, оптимальная длина туники. Линейки три штучки, супер цена. Ткани современные, в основном они работают с вискозой. Есть более тонкая вискоза, либо более плотная. Как бы больше ничего эта фирма не производит, у них только туники. Короткий рукав в летом и длинный рукав идет у них зимой. Но за счет того, что вискоза ткань натуральная, очень хорошо ходить в этих вещах. И осенью, и весной она получается как бы на три сезона. Язык болит. Здесь горловина съемная. Это же фирма. Три штучки в серии. Напоминаю, баталы, супербаталы. И прям так, на хорошее объемное тело. И сама по себе продукция этой фирмы недорогая. Но сейчас еще действуют скидки, которые вас очень-очень порадуют. Еще одна такая интересная вставочка из эко-кожи. Спасибо. Еще
Еще одна бомба. Элегантная, красивая вещь. В серии 3 штучки. Который взорвется. Вот, не знаю. Вот, вот. Сейчас вам напишут наш телеграм, кто не может найти. Вот смотрите, здесь прям действительно очень такая широкий объем руки, потому что многие спрашивали, есть или нет. Смотрите, рукав здесь везде практически спущенный. Можно как хомут, можно как ободок. Может, померяешь? Или сегодня нету настроения? Обратите внимание, здесь эта модель прям вот, если есть проблемная зона животика и в районе бедра, она прям вот такая спущенная, хорошо будет сидеть. Кто не знает, то фирма Darkman является производителем женской одежды больших шикарных размеров. Более 40 лет у нас есть фабрика, которая находится в Стамбуле. Район Гюнгёре. Сейчас адрес вам расскажет наш Шухри. Давай. Район какой? Гюнгёре. Гюнгёрен, да? Ага. У нас свое производство, наши модели. Вы можете увидеть только в наших магазинах. Я вам буду рассказывать, а вы делаете скрины. У нас есть 3 своих магазина. Наша продукция представлена только в наших магазинах. Больше нигде вы ее не можете приобрести. У нас 2 магазина в Лалале и 1 магазин в Османбее. По поводу покупок, заказов, вы можете писать и звонить в любой из наших магазинов. Ну, где вам будет удобнее заказывать. Может, вы когда-то работали до этого. Для информационных целей, пожалуйста, звоните и пишите на номера телефонов, которые указаны у нас в Darkman Shop. Это более информационный отдел, который занимается услугами информационными. Как доставить, как купить, как заказать. И все в таком духе. Сколько серий, как найти карго. Шикарная блузка этой же фирмы. На этот раз это не вискоза, это такая комбинированная ткань. Ну, опять-таки, для пышечек таких. Вот видите, у них и рисунки, и пошив, и такие лекала прям большие. Спасибо. Дубль 10 не надо. Более теплая туника, сверху она вязаная, рукава вязаные, ткани комбинированы, что-то новое от этой фирмы. Пожалуйста, 3 штучки в серии, ждем ваших заказов. Есть и молодежное направление у них, видите? То есть не все у нас как бы для полненьких. Вот, смотрите, здесь у этой модели даже пайетки есть, что очень модно в этом году. И цветовая гамма, смотрите, какая насыщенная. Так, еще раз информационный центр. Ты показывай модели. Да, у нас есть не только наша фабрика производства. Фабрика у нас на 8 этаже и на 1. Но также у нас есть продукция других не менее хороших фирм, которые представлены в нашем магазине. На каждом этаже представлены совершенно разные марки. Чтобы ознакомить вас с нашей продукцией, мы и затеяли онлайн-эфиры, чтобы показать весь товар на каждом нашем этаже. Сегодня мы показываем 5 этаж нашего магазина. Вот эти фирмы и эта продукция представлена у нас на этом этаже. Повторов, получается, не будет. Эти вещи вы еще ни разу не видели. Я имею в виду, может быть, когда кто приезжал или покупал, то видел, а мы еще не транслировали.
Вот, ознакомим вас с нашим магазином. У этой фирмы три штучки в серии. Единичка, двойка и троечка. Это баталы и супербаталы. Они прям лекалы большие. Ну, вы сами видите, что вот мальчики демонстрируют, все видно. Мы уже отсняли 8, 7, 6, 2 и 2 и 1 этажи. Сейчас мы на 5. Поэтому мы показываем все, что есть у нас в магазине. В четверг будет у нас 4 этаж. И в пятницу мы закончим брюками. И мы покажем весь магазин. Единственная проблема в том, что товар-то обновляется. И потом мы будем просто вести эфиры, собирать новинки или новые поступления, которые пришли или которые закончились до этого, которые мы вам не показывали. То есть мы не прекратим показывать наши прямые эфиры, чтобы вам было удобно посмотреть, что есть в наличии, чтобы удобно было заказать. Модно, стильно и красиво. Оставайтесь с нами. На этом этаже нет брючных костюмов. У них вот ассортимент тот, который мы показываем. На первый эфир мы показывали костюм. У нас есть все наши эфиры сохранены в записи, где вы можете в более спокойной обстановке просмотреть, сделать скрины и отправить нам заказы. Спасибо. То, что показываем, все со скидками, сейчас очень хороший ценам идет. Можно... Наверное, только в нашем магазине, когда скидки начинаются, они не заканчиваются. Заканчивается только модель. У нас нету такого, сегодня есть скидка, завтра нет. Вот начали скидки, мы представляем нашу продукцию, вы просматриваете, делаете заказы, и мы делаем тотальную распродажу, чтобы открыть новый летний сезон, который начнется у нас в конце января, начало февраля. Вот, поэтому успейте приобрести. Цены сейчас действительно очень хорошие. Смотрите, какая яркая тоника, какой насыщенный лимонный цвет и горчичный. Прям вот прям глаз радует. В серии три штучки. Единичка, двойка и троечка. Представлено 4 расцветки. Одна лучше другой. Находимся мы по адресу. Город Стамбул, Лалили район, Шаир Хашмет, улица, дом 44. Еще одна туничка, кофточка. Адресимиз Месипаша Маллеси, Коска Джаттеси, Шаир Хашмет, Сокак, номера 44. Дюкян исми Дарк Мен. Наша другая фирма, это уже не Лавелина. Здесь более такие удлиненные силуэты, это ближе к норме модельки. Кто интересовался, есть ли у нас норма, вот, пожалуйста, это норма. Очень красиво, стильно. Я бы сама одела, был бы мой размер. У нас все модели очень ходовые, потому что работаем интернациональные. Каждый берет свои. Одна лучше другой. Вам адрес написать, который Шукри проговаривает? Или какой? Адрес сейчас покажем. Ой, смотрите, какая кошка классная под зонтом. 100. Самый верхний можно скрин сделать наши, где мы находимся, да, где не идет. Не шевелись, вот так вверху, видите? Ага. Где идет прямой эфир? А, отправила? Все, спасибо. Если вы более внимательно присмотритесь к нашей страничке, нам будет очень приятно, потому что очень много времени уделяется, чтобы ее вести. Там написана более полная информация и про магазины, и про номера телефонов, и про адрес. И если просмотреться к шапке профиля, там написано, как заказать товар, как его оплатить, кто мы, как давно мы работаем. Все кнопочки у нас действующие, и будет очень приятно нашим девочкам, что они не зря потрудились, расписывая вам более полную информацию. Спасибо.
Смотрите, какой красивый силуэт из камешка. Спасибо. У этой фирмы тоже три штучки в серии. Эти, эта фирма, у нее более стандартные размеры, не такие большие. Дама. Гладко спит, ровненькая. Наш адрес есть в комментарии. Первый комментарий идет наша адреса. Наш адрес. А здесь что за ткань? Ой, какая мягкая, прям вот бархатистая, очень приятная на ощупь. Сколько там грамм меха? Где-то 150. Спасибо. Ну как же без сеточек, без цветов? В серии три штучки. Единичка, двойка, троечка. Спасибо. Какой красивый бомбер, ничего лишнего. Вискозная ткань, он такой мягкий. Замечательная вещь, по-моему, на все сезоны. Зимой можно носить, и летом даже на море, когда прохладно, выходить на природу вечером. Да, ткань очень хорошая здесь, молодец. Красивый V-образный вырез, по бокам такие разрезики, не сковывает движение, можно подевать и под джинсы, и под юбки, и под брюки. Еще одна наша замечательная модель, в серии три штучки. Модель представлена в трех расцветках. Боже, пока модель держали боком, я думала, это... тигр на этом самом, на скале. А потом только рассмотрела, что это силуэт лица. Красивый. Бабочка. Стрекоза. Стрекоза. Это тоже такая теплая вещь, еще окантовка идет бархата. Пан бархата, по всей видимости. Спасибо. Кошки в этом году модные. Здесь даже говорить ничего не нужно. Спасибо. Да, у нас были модели без принта, без ничего. Просмотрите, пожалуйста, эфир, мы его сохраним. Найдете что-нибудь интересного для себя. В одном и том же стиле две красивые туники. Смотрите, танцующие дамы. Дама под шляпкой. Ничего лишнего, очень даже интересно. Танцующие дамы. Гладкая спинка. Три штучки в серии. Спасибо. Здесь собрано три вида ткани, очень даже интересно смотрится модель, и бархат, и вискоза, и какие-то окантовки, даже не знаю из чего, еще и блестки есть. Для вещи, которые на скидке, просто замечательный принт. Вау! Супер-супер батал, 72 размера. Ну, это так модно, экстравагантно, ничего лишнего. Спасибо. Давайте поддержим наших мальчиков. Скажем им большое спасибо. Мы показываем последнюю модель этого этажа. Дальше покажем новое поступление фабрики. Давайте поддержим мальчиков, поставим им лайки, скажем им спасибо. Было нам очень приятно. Спасибо вам большое.
Вчера мне это показали, вчера получили одна партия и сегодня получили одна партия. Мы ее утром закончили, ты неправильно рассказываешь. А теперь рассказываю, я вчера специально... Вчерашние партии закончили, я знаю. Так ты знаешь, люди-то нет, мы до обеда закончили, вечером получили снова. Поэтому кто хотел, пожалуйста, имейте в виду, мы их получили. Обработанная вяленая шерсть. 40%, да? 40% акрилик, 20% полиамид. Очень хорошие вязаные. Две штучки в серии, единичка и двоечка. Такое экстравагантное, снизу удобная расстежка. Кардиган на молнии, ничего лишнего. Тоже две штучки в серии, единичка и двоечка. Карманы здесь есть, очень удобно, кто работает в офисе. Тепло, стильно и модно. Спасибо. Для клиентов, которые спрашивали, жилетки получили сегодня, наконец-то. Кто хотел, пожалуйста. У нас были заказы. Кнопки, аксессуары просто пришиты, поэтому ничего не деформируется. Спасибо. Мы получили новое платье. Смотрите, какие насыщенные, красные, красивые цвета. Ну, черный, как всегда, он всегда актуальный. Его покупают, вот все говорят, хотим яркости, яркости. Покупают все яркие цвета, обязательно черный. Обязательно. Серии здесь тоже две штучки. Да? Да-да. Я же рассказываю, две штучки в серии, красивый ассортимент, что-то новое. Ее еще этой модели не было, она не на повторе, только отшили. Ждем завтра ваших заказов. Смотрите, какие насыщенные цвета. И это, ребят, это шерсть. Хочу показать клюв. Хороший бетон написали. Спасибо. И наша последняя модель на сегодняшний день. Мы получили ее в двух расцветках. Это новый красивый свитер. Одна лучше другой. В серии также две штучки, единичка и двоечка. Воротник. Очень хорошие поливерчики такая, топника. Полувер, ты так говоришь, как будто полистер. Полувер, говорю. Спрашиваю, тебя продать нельзя? При покупке всего магазина за один заказ Шухри в подарок на неделю. Угу. Тебя отправляют. Ну, меня никто не спрашивает. Вместе мне Наташа отправляет. Большое спасибо, что вы были с нами. На этом наш показ сегодняшний закончен. Мы ждем скринов и заказов. Спасибо вам большое.